Привет, дорогие друзья, коллеги, трейдеры. Сейчас я нахожусь на отдыхе и в такой позитивной, расслабленной обстановке. Хочется сделать что-то новое. А еще можно записать видео просто на телефон. Расскажу вам о своем опыте вкратце в трейдинге. Он на самом деле похож, такой же, как и у вас. Я прочитал, наверное, все книги по трейдингу в свое время. Только, ну, возможно, он отличается тем, что я еще работал в некоторых аналитических компаниях, младшим аналитиком, старшим аналитиком, затем работал трейдером в инвестиционном фонде, который занимался парным трейдингом на фондовом рынке. Оттуда я узнал много интересного, как работают крупные деньги и, в принципе, их роль в тех движениях, которые происходят на рынке. Затем пришло время пойти в свободное плавание и наработать на себя. Кроме того, я объединился с другими трейдерами, и мы создали свой собственный продукт, аналитический софт, которым вы сейчас пользуетесь. Это Trading Volume Terminal. В этом проекте мы реализовали именно те интересные фишки, те инструменты, которые помогают нам принятие торговых решений, чтобы делать это более быстро, более мудро, более взвешенно. Как вы знаете, скорость принятия решений на рынке очень важна для трейдера и качество этих решений. Потому, конечно же, для получения преимущества нужно было создать что-то такое, что именно даст то преимущество, которое может быть для частного трейдера. Работая в более профессиональных организациях, конечно же, я изучил не только техники, но и психологию, которая на рынке очень важна и является в 80% случаев ключевым фактором успеха любого трейдера. Зная те проблемы, которые возникают у трейдеров, конечно же, я выбрал для себя свой путь, это помочь трейдерам в своем становлении, сделать их путь более быстрым, более легким и менее финансово затратным. Потому что, конечно же, не избежать потерь на финансовых рынках, если вы поступаете так, как поступают 90% участников и трейдеров, и, конечно же, которые теряют деньги. Понятно, что для того, чтобы стать профессионалом, нужно действовать как профессионалы и не действовать так, как действует большинство. Вроде бы очевидные вещи, но на самом деле без системного подхода очень сложно прийти к стабильному выполнению и стабильно правильным действиям на финансовом рынке. Я выделяю два типа спортсменов. Это первый тип, которые, я имею в виду любителей, которые предпочитают доходить до результата самостоятельно. И второй тип, это которые предпочитают заниматься с тренером. Я уже достаточно давно занимаюсь теннисом любительским. И я выбрал именно второй путь. Не могу точно сказать, что он более результативный, более быстрый, более эффективный. Возможно, он более легкий, но также он более продуктивный, чем если все делать самому. Но могу сказать, что даже несмотря на то, что занимаюсь тренерами, и не одним тренером, вот, все равно к многим вещам приходится доходить самому, докапываться, смотреть и подстраивать под себя, потому что каждый из нас — это личность уникальная, мы все не похожи друг на друга, потому каждый должен подбирать под себя те методики, которые подходят именно под ваш тип, под вашу психологию и под ваше восприятие мира.
Сегодня я хочу начать периодически делать обзоры рынка, которые помогают мне готовиться к торговому дню уже с 2015 года, с того года, когда профессиональный трейдинг стал для меня основным источником дохода. 80% времени рынок находится в необузданном хаосе, и только 20% времени появляются точки входа, которые понятны и можно проанализировать с помощью анализа потоков ликвидности, извлечь из этого прибыль. Потому мой анализ начинается с дисбаланса, все остальное время я занимаюсь коучингом, разработкой платформы, спортом, семьей, и только когда появляются на рынке те обстоятельства, которые мне говорят о дисбалансе, я начинаю свой анализ. Когда он появляется, я начинаю следить, анализировать и вести те инструменты, где произошел дисбаланс. Потому можете не ставить лайки этому видео, поставьте себе колокольчик, YouTube вас проинформирует о новом обзоре. И для тех, кто интересуется объемами, потоками ликвидности, для тех, кто считает, что математическая статистика, теория вероятностей играет решающую роль для получения преимущества на рынке, подписывайтесь, и мы вместе будем с вами делать наш результат, делать деньги. Всем хорошего дня и до встречи в моем обзоре. Пока! We'll be right back.